Здравствуйте, меня зовут Некрасова Виктория. Я живу в городе Ижевске и обучаюсь в школе номер 93. Я являюсь участником всероссийского конкурса China Campus Network. Я бы хотела рассказать о некоторых перспективах обучения в Китае, о том, что лично мне может принести обучение в данной стране. В настоящее время все больше востребованы специалисты, обладающие знанием китайского языка. Но качественно выучить язык может только живя и находясь в данной языковой среде. И так как я хочу, чтобы моя профессия была связана с переводоведением, то именно обучение в Китае поможет мне стать действительно хорошим специалистом в этой области. Кроме того, качество образования в Китае находится на высоком уровне, а дипломы китайских вузов принимаются и в других странах. Все это вместе означает, что по окончании вуза я стану действительно квалифицированным и востребованным специалистом в выбранной мной профессии. Жизнь в Китае отличается от нашей. Поэтому изучение новой культуры, исторической самобытности другой страны поможет расширить мой кругозор, изменить мое мировоззрение и выйти из зоны комфорта, отправиться навстречу новым впечатлениям. Ведь Китай по-настоящему удивительная страна, а китайские вузы принимают студентов со всего мира. Из этого вытекает еще одна перспектива. Это возможность познакомиться с людьми из других стран, узнать об их жизни, об их стране. Это возможность наладить связи по всему миру. Таким образом, обучение в Китае принесет мне множество перспектив. Оно поможет развить и улучшить мои личностные качества, поможет стать настоящим специалистом и профессионалом в своей области. Жить и обучаться в другой стране достаточно тяжело. Я уверена, что справлюсь с этими трудностями. Я сделаю все возможное, чтобы добиться успеха.